Вот просматривал газеты и обратил внимание на рубрику рекламных объявлений, что кошечек у вас пристраивают. Потому что у нас в программе мы тоже все время котов бездомных пристраиваем. И хотел узнать, это ведь платные объявления. То есть люди, чтобы бесплатно отдать животные, платят деньги какие-то. Вы знаете, как бы рекламный блок не совсем мой вопрос, но я знаю, что и так бывает. Ага. Потому что когда люди хотят, условно говоря, помочь этим обездоленным животным, то могут дать объявление. Но Classified, поскольку это страница Classified, так называемая, там платное объявление. Видимо, это объявление платное все-таки. Вот «Вечерняя Москва», она достаточно много дает таких объявлений частных, но не дает объявлений о так называемом досуге. Вы знаете, недавно был скандал с газетой «Московский комсомолец», которая публикует платные объявления из сферы досуга, как это называется. Но на самом деле, называть вещи своими именами, как бы объявления проституток. Вам просто не дают этих объявлений, или у вас такая политика, что вы их не публикуете? Нет, у нас, я думаю, политика именно такая, потому что газета ведь исходит из аудитории, да, и у «Вечерки» есть аудитория деловая, это утренний выпуск, есть для среднего класса, для молодежи газета, есть социальный выпуск, и вряд ли мы будем заниматься специализированными услугами, которые связаны с такими объявлениями. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».